Антон Макарский – российский актер, артист мюзиклов, который прославился работой в постановке «Нотр-Дам де Пари». Его исполнение музыкальной композиции «Белль» до сих пор остается эталонным. 1999 год стал счастливым не только для профессиональной, но и личной жизни Антона Макарского. На съемках мюзикла «Метро» он познакомился с будущей женой, певицей Викторией Морозовой. Это была любовь с первого взгляда, и уже через год пара обвенчалась в одной из церквей, куда была приглашена почти вся труппа мюзикла «Метро». Официально Макарский и Морозова зарегистрировали брак только спустя 3 года, а в качестве свадебного путешествия молодожены отправились во Францию на съемки знаменитого во всем мире шоу «Форт Боярд». Несмотря на истинную идиллию, семейная жизнь Виктория Макарская долгое время не могла забеременеть. Детей у пары не было, и они даже начали собирать документы на усыновление. Тем не менее, судьба все же подарила им ребенка. В сентябре 2012 супруги стали родителями. У них появилась дочь Маша. В декабре 2014 стало известно, что Виктория снова беременна. И в мае 2015 у артистов родился сын Иван. Пара проводит вместе много времени, и их объединяет совместное дело. Жена является директором, продюсером и организатором концертов мужа. Супруги часто навещают родственников Макарского, которые живут в Израиле. В 2017-м семья переехала жить в Сергиев Посад. К этому городу пар присматривалась уже давно. Супруги полюбили бывать в Троице Сергиева и в Лавре, окунаться в святые источники, гулять по аллеям усадьбы Абрамцева. Макарские сразу наладили отношения с соседями, среди которых оказалось много дружных, многодетных семей. 2017 год, который семейная чета праздновала уже в новом доме, Макарский решил провести нетрадиционно. Он занялся моржеванием в сети Инстаграм. Было опубликовано фото, на котором подписчики увидели, что знаменитый исполнитель в компании друга отправился во двор собственного дома лепить снеговика и даже не набросил на себя одежду. Сейчас Виктория и Антон Макарский выступают с концертами. В 2020-м они выложили серию передач онлайн. В ноябре супружеская пара стала гостями программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». А вам нравятся эти артисты? Пишите свои мысли в комментариях.